Всем привет на канале Олдачман. Сегодня мы с вами продолжаем тематику выплат денежных пособий украинцам. Бюргер Гельд о реакции украинского правительства на дискуссии в парламенте Германии о немецких политиках, которые высказывают свое недовольство тем, что украинские беженцы получают Бюргер Гельд, но до сих пор не работают. И о реакции, скажем так, интернет-сообщества. Я собрал тут некоторые выдержки, поэтому я буду их вам зачитывать, чтобы не сбиться с темы. Споры о Бюргергельд для украинских беженцев в Германии в последнее время вышли на новый виток. Все больше партий призывают переосмыслить меры поддержки украинских беженцев. Дискуссии основаны не только на внутриполитических расчетах перед федеральными выборами в трех восточно-германских землях. Возможно, здесь замешаны также интересы украинского правительства во главе с Владимиром Зеленским, которому хочется, чтобы граждане военнообязанные, сильные, физически здоровые, вернулись на родину и вступили в войну на юге и на востоке страны против агрессора со стороны России. В любом случае, в партийном ландшафте растет критика мер поддержки украинских беженцев в Германии. Не только оппозиционные партии призывают переосмыслить выплаты вот этого Бюргергельд, но также политики из этой светофорной коалиции во главе с Олафом Шольцем тоже выступают против социальных льгот для украинцев. А теперь цитата. «Вновь прибывшие военные беженцы из Украины больше не должны получать Бюргергельд, вместо этого на них должен распространяться закон о льготах для лиц, ищущих убежище», так заявил генсек ФДП Бижан Джирсарай в газете «Бильд» несколько недель назад. По его мнению, это заставит больше людей из Украины искать работу. Далее он продолжает. «У нас повсюду нехватка рабочей силы, например, в сфере общественного питания, в строительной сфере, в сфере ухода за больными. Мы больше не должны использовать налоговые деньги для финансирования и поощрения безработицы, но мы должны обеспечить, чтобы люди получали эту работу». Это его слова. Далее СПД и канцлер Олаф Шольц, а также и Зеленые, услышав то, что говорит их партнер по коалиции, отвергли это предложение партнера. И также в эту тему вступился министр труда Хубертус Хайль, который заявил в радиоинтервью, что, по его мнению, те, кто получают пособие Бюргергельд в качестве беженцев, должны поскорее приступать к работе. Уже 187 тысяч украинских беженцев работают, чем обеспечивают себе социальную страховку, все социальные, скажем так, льготы, которые получают рабочие люди. Со стороны министра труда было бы неправильно отменять льготы, вот это вот Бюргергельд для украинцев. Его аргумент сводится к следующему. Инвестиции в трудоспособность людей делают их трудоспособными. То есть он все же еще надеется на то, что украинские беженцы, получающие Бюргергельд, многие из них все-таки одумаются и начнут искать себе работу. Тем более после того, когда украинский президент Владимир Зеленский заявил, что давайте отправляйте нам тех людей, которые получают Бюргергельд, но не хотят работать, сюда, в Украину. Нам не хватает людей на фронте. Или же, если вы такие богатые, отправляйте эти деньги, которые вы им платите, нам. Мы найдем применение этим деньгам. Так сказал Владимир Зеленский несколько месяцев назад. Идем далее. Предложение СПД получила большую поддержку со стороны коалиции. По мнению Михаэля Штюбгена, министра внутренних дел Брандербундского ХДС, неуместно говорить о поддержке Украины наилучшим образом и одновременно о поддержке дезертиров-украинцев. Своим заявлением он более-менее развернул гражданские дебаты о деньгах в Германии, о выплате денежных пособий в Германии.
Для Штюбгена Бюргергельд стал тормозом, когда дело доходит до работы. Однако это пособие больше не должны получать не только украинские мужчины призывного возраста, но и также трудоспособные женщины, которые могут работать, но по любым там причинам отказываются. Допустим, язык сложный, низкоквалифицированная работа или еще что-то. Дебаты, которые сейчас бушуют в Германии, все чаще становятся заметными и на Украине. Еще в феврале украинские СМИ цитировали премьер-министра Саксонии Михаэля Кречмера, который в свое время критиковал украинцев за то, что их легче интегрировать по сравнению с другими группами населения, приезжающими в Германию, но, к сожалению, только 20% из украинцев работают. А теперь интересные и действительно интересные вести. Киевский еженедельник «Зеркало недели», широко читаемый в украинском деловом мире и политическом истеблишменте, написал неделю назад следующее. Германия не планирует сокращать помощь украинцам. Уменьшение пособий гражданам Украины было отклонено парламентом Германии. Также автор в нескольких словах обратился к развернувшимся в Германии дебатам и завершил свой текст следующим. Следует помнить, что Германия не будет предоставлять никаких стимулов для возвращения беженцев из Украины на родину. Федеральное правительство заявляет, что это личное решение каждого отдельного беженца. Хотя вопрос Бюргергельд в последние дни интенсивно освещался и в других украинских онлайн-СМИ, таких как Национальная суспільна телерадиокомпания Украины, Общественный вещатель страны или украиноязычное отделение Deutsche Welle, украинские блогеры, а также ютубер, канал «Я из Украины» с более чем 50 тысячами подписчиков, упомянул в обзоре новостей заявление политика ХСС Александра Добринда, который несколько дней назад требовал, чтобы украинцы работали в Германии или вернулись в якобы безопасность западной части своей страны. Действительно было такое дело. Этот Александр Добринд предложил всех украинцев, не желающих работать в Германии, отправить в западную часть Украины, так как он сказал, что никто из нас не слепой, все прекрасно видят, что туристические зоны и турбазы на западной Украине работают, люди ездят туда как туристы, тем более, что у нас тут, здесь, в стране, вот этот вот политический социальный туризм среди украинских беженцев процветает, причем он поставлен на широкую ногу. Очень многие украинские беженцы, живя здесь, как минимум один раз в 2-3 месяца катаются к себе на родину, отдыхают там, шикуют и приезжают сюда. И вот он сказал, что как же так, если идет война, то что же это за туризм? Что же это за туризм? Поэтому он выступил с таким предложением. Хотя, по словам канцлера Шольца, который несколько месяцев назад сказал, что все украинцы, которые здесь, в Германии, работают, находятся под его защитой, можно судить следующее, что все беженцы из Украины, которые не желают работать, обязаны пересмотреть свою позицию и подумать, стоит ли им и дальше просто так вот, грубо говоря, паразитировать на теле социального общества. Или же все-таки действительно подумать о том, что если мы сильные и здоровые, если мы патриоты, может быть, хватит бегать тогда с украинскими флагами по улицам Германии и кричать, что они воюют здесь, вернее, они находятся здесь, но воюют там, чтобы русские не пришли сюда. Может быть, тогда действительно оправдать ожидания президента Зеленского и поехать как патриоты обратно к себе на родину, чтобы воевать с агрессором. Сотни пользователей на Ютубе комментируют видео, высказанное вот этим вот каналом «Я из Украины», и спрашивают, как же будет развиваться ситуация с Бюргергельд в Германии? Оправдывают ли безработицу, вот эти вот украинцы, оправдывают ли они свою вот эту безработицу, типа незнанием немецкого языка, или высокими языковыми требованиями на экзаменах, или еще чем-нибудь, допустим, они жалуются, как я уже сказал ранее, на неквалифицированную работу, которую им предлагают. Ну, ребята, если честно, работы здесь действительно очень много. Было бы только желание, было бы только стремление работать. И тогда можно найти все, что угодно, все, что пожелает душа. Тем более, что украинским беженцам сейчас предоставлено намного больше социальных услуг и поддержки от государства, чем каким-либо другим беженцам, тем же самым сирийцам или афганцам.
Газета Berliner Zeitung спросила жителей Украины о вот этих вот дискуссиях, которые уже достигли Украину. И что думают жители Украины о вот этих вот, об этом положении беженцев здесь, в Германии. Так вот, жительница из Львова, 30-летняя Ханна, впервые узнала об обсуждении Бюргергель через канал Instagram буквально неделю назад. То есть она об этом не знала ничего, да? Ну, скажем так, допустим, информационный провал. И вот ее слова. «Я могу понять призывы временно сократить финансирование или полностью прекратить его», — говорит она. Она ярая сторонница украинской армии, особенно призывает вернуть мужчин-срочников, которые необходимы, учитывая ситуацию на Донбассе. С ней, с этой Ханной, очень многие люди согласятся. Действительно, когда люди, приехавшие сюда в поисках политического убежища, начинают шиковать, жировать, бегая по ресторанам как минимум один раз в неделю, напиваясь, гуляя по дискотекам, в то время, когда твои братья, твои земляки воюют там с агрессором, а ты сидишь здесь в надежде на то, ты одиночка, в надежде на то, что там все скоро закончится, и может быть вернусь, а может быть и не вернусь. Это уже действительно вопрос интересный, потому что если ты вернешься туда, когда победит Украина, ты там нафиг уже никому не будешь нужен, ты там будешь человеком второго сорта, ты будешь предателем Родины. А оставаться здесь, это значит, ты просто вынужден уже спрыгивать с этого Бюргергельд, изучать язык, начинать работать. Только так ты обеспечишь себе хоть какое-то будущее. Далее, студент экономического университета, который остался в Киеве, живет и работает, трудится в Киеве, и пожелал остаться анонимным, сказал, что предвидел, что субсидии для украинских беженцев в ЕС со временем приведут к проблемам. В Германии работает гораздо меньше украинских военных беженцев, чем в Польше, в Прибалтике или в Чехии. Это также имеет отношение к Бюргергель. К тому же, еще до того, как разгорелись дебаты в парламенте, он признал, что солидарность немецкого населения со временем будет снижаться. Сообщения о фатальной нехватке жилья в украинских в немецких городах передаются и в Украине. То есть этот человек, опираясь на примеры из Польши, из Чехии, из той же Дании, где украинским беженцам просто-напросто не дают шиковать на социальных пособиях более чем полугода, удивлен тому, что Германия вот такая вот терпимая страна, в которой можно годами получать бюргергельд и ничего не делать. Ну а кому бы так не хотелось, да? Беженцы из Украины получают бюргергельд Германии в рамках так называемой директивы о массовом притоке. Государства-члены ЕС впервые решили активировать эту директиву через несколько дней после начала российского вторжения в феврале 2022 года. Закон о беженцах во время кризиса был создан в 2001 году после гражданской войны на Балканах. Будет ли это каким-то посылом или каким-то побуждением этим украинским беженцам, живущим здесь, для начала своей трудовой деятельности, для того, чтобы они осознали свое истинное положение здесь, сказать очень трудно. У нас на канале запланировано несколько выпусков, которые будут выходить аж до 10 июля, и поэтому то, что запланировано в тех выпусках, будет как бы отголоском того, что идет сегодня. Сегодняшний выпуск у нас выходит, к сожалению, не после тех выпусков запланированных, потому что он уже будет, новости уже будут устаревшими. Этот выпуск у нас выходит сегодня, в понедельник. И, по-моему, вечером, да. Все-таки, ну, у кого вечер, у кого день, у кого утро, тут на всех не угодишь. Поэтому выпуск выходит у нас вечером. Такие вот у нас новости по Бюргергельд, по тому, что думают немецкие политики, на что надеются украинское правительство во главе с президентом Зеленским. Потому что действительно, когда в стране не хватает людей для того, чтобы защищать свои территории, получается следующее, что люди, убежавшие, ищущие себе убежище от войны, в какой-то стране, получив абсолютно все дотации, все пособия, все льготы, такие же, как получает коренное население, начинает вести себя, увы, не так, как этого ожидалось бы от правительства в их сторону. То есть
люди считают, что им все просто-напросто обязаны. Будет ли разворачиваться эта ситуация более остро и дальше, покажет время. Сейчас же, что есть, то и есть. Это конкретно по Бюргергельд. Вчера у нас на канале в воскресенье вышел выпуск как раз о снижении и о спорах снижения выплат вот этих денежных пособий украинцам и высказываниях политиков. Как бы продолжение сегодняшнее является продолжением к тому видеовыпуску, который вышел у нас вчера на канале. Ну и в заключение я хотел бы сказать еще одну маленькую такую вот неприятную новость. В Белграде около посольства Израиля один серб, конвертированный или конвертировавший в ислам, из арбалета выстрелил в охранника, в жандарма, который стоял на посту около израильского посольства. Стрела попала охраннику в шею. Охранник, недолго думая, пока он получил удар, он выхватил оружие и открыл огонь на поражение. Серб, вот этот вот исламист, скажем так, радикальный исламист, он умер на месте преступления. Охраннику, вот этому жандарму, провели операцию в больнице, он находится в реанимации, сейчас в стабильном состоянии. Что послужило, что подтолкнуло вот этого серба напасть на своего же земляка, охраняющего посольство Израиля вот в Белграде? Серб этот выходец из территории, на которой очень много живет людей, именно христиан. Но между этими христианами существуют также вот эти вот албанские и исламские вот эти вот последователи, которые поклоняются исламской религии. И как получилось так, что его конвертировали? Может быть, он сам проявил интерес к исламу, может быть, еще какие-то причины, сказать уже трудно, потому что, увы, с мертвых только припарки. После того, когда он подвинулся в ислам, видно, он получил какие-то переключения в своей голове и двинулся окончательно мозгами. Это еще раз подтверждает то, что многие у нас пользователи, многие зрители, многие блогеры везде, где угодно, кто смел, кто не смел, но многие говорят, что ислам показывает себя со стороны не мирной религии, а религии насилия. То есть, когда люди друг друга готовы убивать только за то, что, допустим, он не поклоняется Аллаху или он неправильно прочитал какую-то из страниц Корана. Или, допустим, кто-то поддерживает Израиль. Тут же мгновенно это действует на вот этих вот исламистов, на салафистов, на этих радикалов, как красная тряпка на быка. В общем, делайте выводы. И да, конечно же, в начале видео у нас была маленькая заставочка. Сейчас я хотел бы в конце видео поблагодарить пользователя из Молдавии, как он себя назвал, доктор из Молдавии, Игорь Гурвич, за поддержку нашего канала, за спонсирование именно сегодняшнего выпуска. Мы выражаем благодарность и надеемся на дальнейшее сотрудничество не только с ним, но и с другими пользователями, которым не безразлично, что они слышат по телевизору, что они читают в газетах, потому что правда, хоть она и горькая, но это правда. Мы стараемся всегда донести до вас именно так все эти события, как они происходят на самом деле, а не так, как их пытаются окутать в какие-то плюшевые одеялки средства массовой информации и подать в сладеньком виде, снабдив, хорошенечко сдобрив немножечко ложью. Делайте выводы. Всем удачи, пока.